это жесть. Всем привет, дорогие друзья, любимые подписчики, с вами снова Гидеон, и мы продолжаем играть в Dead Space 3. На этот раз нас ждет некая буровая платформа, и как мы будем убирать препятствия, и вообще зачем мы это будем делать, зачем нам это бурение? Посмотрим, узнаем. В последней части я установил на наш, так сказать, плазмомет или... А, на оружие Тесла, да, я вспомнил, как называется, дротикомет, посмотрим, как он работает. Неплохо. Интересно, дротики назад собираются? Нет, не собираются. Ну, посмотрите, какой он огромный, этот дротик. Ух, должен пронзать этих говнюков просто насквозь. Так, нам нужно опустить вот эти какие-то блокирующие створки, чтобы бур смог дальше бурить. И, видимо, его нужно делать с помощью кинезиса. Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу! Нифига себе, вот это жесть! Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Предохранитель? Я попытаюсь в него попасть? Какой нахрен предохранитель? Ёлки-палки! Какой чертовой матери предохранитель? Я промазал, да? Я промазал стазисом. Фух! Бежать, где? Где предохранитель? Сейчас нужно понять. Нужно понять, где предохранитель. Нужно сначала понять, где предохранитель. Потому что я сейчас не понимаю, где он находится. Но где-то он тут есть. Так, где-то по стенам нужно смотреть. Как-то светиться, что ли, должен уже. Я не знаю. О, боже мой. Зарядим стазис. О, даже искры замедляются. Где этот предохранитель? Так. О, боже мой. Какая жесть. Слушайте, да где же он? Там, что ли? Я не понимаю. Нет, это обычная какая-то сраная вентиляция. Предохранитель. Может, на самом буре он есть? Я не понимаю. Так. Может... А, может быть, он внутри как раз. Может быть, он внутри бура. Недаром же нам нужен стазис. Сейчас. Отлично, мы один отшибли. Все, я понял, как это работает. Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу! Так. Ой-ой-ой, возобновление операции. Ой, как мне не хочется возобновления операции. Угу, очистить платформу, ну да. Спасибо вам, очистить платформу. Блин, да он озверел, что ли? Что это такое? Все, он опять сломался? Он озверел! Он мне назверел, вы поглядите. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, вот, блин, он все жестче и жестче. Ха-ха-ха, да. Бур, это, конечно, жесть. Так, еще раз остановим его. Да хватит в меня стрелять, уроды, мрази, отстаньте от Айзека. О, боже мой. Тормози этот сраный бур. Сломал я его или нет, я не понимаю ни хрена. Отлично. Фух, 50%. Он опять возобновляет работу. Охренеть. Так, еще раз зарядим стазис. Долбанный бур. Так, подождем, пока эта хрень вылезет сверху. И опять тормозим его. Тормозим. Yes! Взорвали, да? Оооо, вот это круто! Как бы он нас еще не убил. Фу, как же хорошо, что. Okay, Ellie. We're headed to the warehouse now. Is everything okay? Oh yeah.
Between this planet trying to kill us, your boyfriend hating me, this has been a wonderful trip so far. Robert's not usually like this. I don't know why. Just let us fight it out, okay? One of us will win eventually. Did you find the experiment? Yes. And? You'll just have to see it. Oh, good. Фух, как хорошо, что он все-таки сломался. То есть, конечно, мы его сломали. Да, но это жесть. Это был шикарный бур, ребята. Просто офигенный бур. Бур моей мечты. Прямо. Да, классно, да. Очень классно, реально. Прям браво разработчикам. Такого босса сделать, я 100 лет, наверное, не встречал босса бура. И вообще чего-либо неодушевленного, как босса, не встречал никогда. Ох. Ну что ж, продолжаем похождение. Продолжаем собирание ящичков всяких. Фух, неплохо, неплохо. Опять эти переборки, они уже достали меня. Кто их придумал? Holy shit. Isaac, there you are. We're upstairs on the observation levels. What the hell is this thing? It's bad news, that's what it is. Beautiful, isn't it? The scientists called it the Nexus. They thought these bigger specimens acted as conduits for the machine's control signal, broadcasting it to the smaller forms. And that helps us how? Because I think they found the machine by tracking the signal upstream through nerve clusters inside the creature. Oh wait, we need to get inside that thing? Yes! This is such a wonderful opportunity! Wonderful opportunity. The son of a bitch is frozen solid. How do we get in? The scientists used heat exchangers. Let me try to ignite them. No, no good. There's probably a furnace on the roof. If I can find it, I can get it running again. Isaac, be careful up there, alright? Yeah, don't hurt yourself. Да, спасибо. Я чувствую твою искренность, говнюк. Так, что у нас здесь? Ну, раз у нас эти штуки красные, значит, в общем, мы их трогать не можем кинезисом. Такой закон игры, что же вы думаете? Кинезис трогает только синие вещички. Так, какая-то здесь карта была, что это? Нексус. О, боже, вы посмотрите, какая-то дрянь здоровая. О, не-не-не, я не хочу в нее лезть. Почему они все время... Что здесь, закрыто? Ну, спасибо вам. Чего они все время заставляют нас лезть куда-то, не пойми куда? Эй, ребята, не жалеете вы Айзека, совсем не жалеете. Итак, куда нам надо двигаться? Та дальняя дверь открылась или не открылась? Может, она уже открылась, а я убежал оттуда. Да, она открылась, а я убежал оттуда. Точно, точно. Котельная, только для инженеров, ну и для Айзека, безусловно. О, аудиосообщение, послушаем. Personal log, Dr. Earl Serrano. The Nexus experiment is, well, it's incredible. We have discovered 2 nearly pristine specimens, and crews are working around the clock to uncover them. We're learning so much about how these necromorphs communicated. The whole species seems to have been connected by some telepathic signal, from the lowliest foot soldier to the mightiest specimen. But where is the signal coming from? That is what I intend to find out. Да, вот почему они, кстати, говорят, сделай нас единым, потому что они как, не знаю, как в Старкрафте, наверное, что у них есть там вот этот Overmind, как его перевели, сверхразум, надразум, надмозг, который всех контролирует, которому они все подчиняются. О, нашли немножечко. Плюс 2 обойма, минус темп стрельбы. Да что за дурацкие какие-то штуки? Плюс-минус, плюс-минус. Давайте, может, костюм археолога был разблокирован? Давайте посмотрим, что у нас есть. Арктический костюм, костюм археолога. Какой-то он такой, желтоватый. Кстати, у меня есть, конечно, костюмы N7, потому что лицуха, но... Честно, я не хочу ходить в костюме чувака с другой игры, потому что лично, ну не знаю, для меня это как Хитман в костюме клоуна, блин. Ну, то есть, не то это все, не то, оно, конечно, то есть, не, даже не клоун, а вот, например, Хитман в костюме этого, из игры Deus Ex. Ну,
как бы другая игра, все другое. Так что я хочу, чтобы все было как вот, как в игре сделано. Никаких глупостей. Ну давайте примерим костюм археолога, посмотрим, что это такое. Костюм археолога сшит из устойчивого к проколам микроволокна, которое придает дополнительную защиту и сохраняет тепло. Давайте сменим костюмчик, посмотрим, как выглядит костюм археолога, а то этот какой-то уж больно ватный. Хотя он арктический, поэтому и ватненький такой. Ну, намного красивее, смотрите-ка. Намного красивее. О, какой он монстр. Ха-ха. Неплохо, неплохо. Давайте посмотрим на наше улучшение. Что у нас тут есть? Здоровье хочу. Да, мы можем здоровье по максимуму сделать. Просто превосходно. Давайте сделаем здоровье по максимуму. Оно того стоит. Приступить к улучшению? Конечно, конечно приступить. Все, у нас все улучшено. Просто супер. Ну как, все улучшено в смысле здоровья, безусловно. Теперь здоровье у нас... Ух, какая палка здоровая. Посмотрите, какой он. Вау, да, вот это настоящий хищник. Это не жертва, это уже хищник. Класс, мне нравится костюм. Очень такой красивый, какие огоньки светятся. Класс, мне нравится. Так, давайте пороняем наши ящички. Поразбиваем их сапогом от нового костюмчика. И отправляемся дальше. Дальше на лифтике. Да, хорош, хорош, конечно, костюм. Хорош, мне нравится. Кстати, дротикомет я пробовал, видели? Если видели улетающего в космос некроморфа, то это был дротикомет. Реально классная вещь, просто сшибает нафиг. Чувак улетает в космос. Отличная вещь. Долго что-то мы поднимаемся, очень долго. Давай, лифт. Не томи ожиданием. Хочу напугать некроморфов своим новым костюмчиком. О, опять у нас ветерок вернулся здоровенький. Веселенький. Так, а там у нас что? Там еще одна лестница. И... Hey, I found the generator for the furnace. Now I just gotta get to the damn thing. Understood. Подожди, не знаешь, как подступиться к ней? Мы же можем здесь пройти. Я просто хотел сначала по лестнице подняться. А, то есть ты тут протиснуться не можешь, да? Вот здесь вот. Не можешь, да, протиснуться? Совсем нет. Толстый Айзек Кларк не может здесь пролезть. Вы издеваетесь надо мной. А, понятно. В общем, нам нужна батарея, которую мы притащим сверху, видимо, и закинем туда. Понятно, ладно. Давайте работать по сценарию. А, написано, внимание, сильный ветер. О, да уж, не сомневаюсь, офигенно сильный ветер. Так, что это такое? Некроморфики. Эй, а чё он не улетел-то? Я хотел, чтобы он улетел. Да сдохни ты, я хотел сапожком тебя ударить, А ты прямо против этого. Ну что это? Эй, не кидайся в меня шипами. Ох, ну и витрина, слушайте. Все дергается, трясется. Вот это витрище. Так, где у нас тут чего? Понасобирали всего. О, вот это ветер, мощь. Очень мощный ветер. Давайте, там ящик. Ящик, хорошо. Еще один преобразователь. Да, в основном ерунда попадается в ящиках. Ничего хорошего у них толком. Ну, кроме обычных боеприпасов. Самое лучшее это... А, вот так вот мы даже залезли. Понятно. Я думал, нам нужно тащить будет откуда-то генератор. А это что за панелька? Ладно, фиг с ней. Узнаем потом. Плюс 2 темп стрельбы, минус обойма. Ну, спасибо, минус обойма. Так, а где у нас, собственно, что? Где взять аккумулятор-то, я не пойму. Здесь его нету. Что, назад, что ли, лезть? Я не понял. Ну, видимо, да. Видимо, назад придется лезть, где-то искать там аккумулятор. Зараза.
Ветрище-то тут вовсе не дружелюбный, чтобы мы тут ходили, разыскивали аккумуляторы по всему полю. Где он может быть? Где она? Куда нас задача-то ведет? Туда нас ведет задача. Ага. Может, я что-то не увидел? Давайте пойдем по задаче. Босс ждет на станке, хорошо. Надо его забрать будет. Куда нас ведет задачка? Так, посмотрим. Ага. Вот сюда, да? Прекрасно. Просто превосходно. Может, и мы его так зарядим? Нет, так мы его явно не зарядим. Ну что? Откуда же мне его взять-то, аккумуляторчик этот, а? Не нравится мне это, не нравится. Ладно, давайте вылезем наверх, пойдем искать аккумулятор. Где-то должна быть какая-нибудь дверка, или я не знаю, откуда ты. Откуда-то мы его должны достать. Пока что я даже и не вижу, откуда. Так. Аккумулятор. Вот такие места какие-то дурацкие совершенно. Не люблю я неочевидные. Где нам его вынуть? О, я смотрю, там какая-то панель у нас есть на выходе. Ну-ка. Еще один бот ждет на станке. Так, что это? Открыто. Открыть? Ага, вот наш аккумулятор. Понятно. Кстати, там у нас два ящичка. Что, этот звук значит, что кто-то пришел, да? О, да, этот звук значит, что кто-то пришел. Вы глядите-ка, убежали. Фига их напугал, что ли? А ну назад вернулись, уроды. Так, ладно, взяли. Кинули его подальше. Только бы он не вылетел никуда. Давайте, уроды. Давайте. Кто еще? Кажется, кто-то еще. Вон они лезут-то. О, лезут. Вот лезут-то, уроды. Все? Нет, не все. Совсем не все. Ах ты, урод. Уродливая тварь. Он назад аккумулятор вернул. Да сдохните. Ползи назад в свое мерзкое логово, уроды. На тебе. Так, взяли. Закинули его подальше. Все, кончились? Кончились вы? Только отдавайте мне все ваши припасы, которые вы тут нахомячили. Все, запихиваем его туда. Все, а теперь назад лезть нужно. Да, так я и думал, только аккумулятор был, конечно, в неочевидном месте. Не сразу я его нашел. А надо было больше оглядываться, тогда бы нашел сразу. Хорошо бы этот мостик еще не развалился. Не, ничего, прошли. Я же думал, такие хлипкие мосточки все время разваливаются под ногами. Сзади, кстати, буква А. Конечно, это намек на археолог, но у нас же, вспоминаем, Айзек. А это Айзек, безусловно. О, заработало. Okay, the furnace is on. How's it looking from... Все, успокоился говнюк. Как это выглядит из? Они сказали. То есть Айзек спросил. Из чего? Из того места, что ли? Почему ему не ответили? Ладно, давайте, нам назад нужно быстренько идти. И опять на лифте вниз спускаться. Давайте, я не хочу с вами сражаться, уроды. Честно, честно, отдыхайте. Все, пока. Great. Hey. Thanks for putting up with Robert. You know, he's not been himself. And Norton just thinks I'm trouble in a couple of ways. But you need me for the mission, and that's why I'm here. That plus, well, frankly, I hope... Allie, is that Isaac? Great.
Great. You two having a nice little chat? Look, he just called to say he got the furnace going. He's on his way back now. Isaac, I'll see you soon. Да, нервный, конечно, у нее паренек. Ну а что, ему есть, как я уже говорил, повод понервничать. Потому что Isaac so sexy and so brutal, baby. Так, давайте дальше отправляться. Все у нас работает. Костюмчики грейдить нечего. Прямо в котел. Видимо, сейчас в котле что-нибудь будем настраивать. Какая-нибудь мини-игра будет. The heat exchangers are powered up now, but the specimen isn't thawing. Is there something wrong with the mechanism? Yeah, I think it's frozen shut. I may be able to work it free by adjusting the pressure in the pipes. Hang on. Вот все-то он знает, даже старые технологии, все он знает. Ага, смотрите-ка. Зарядили, эти штуки стали синими. Так, и что это значит? Что это значит, я не понял. Так, повернули эту. Повернули эту. Так. Все? Нет, не все. Что он делает? То есть, что я делаю? Не понимаю, я их просто кручу и все. Писна опять 10%. Не то, что ли? Как это работает? Подождите-ка. Допустим, я кручу третий. А, нужно крутить подсвеченный. Ё-моё, понятно. Что, опять выключилось? Да что такое? Ладно, давайте. Крутим подсвеченный. Окей. Теперь третий. Все, понятно. Первый. Пять третий. Второй. Третий. Четвертый. Сейчас все сделаем. Все, сейчас мы прокачаем по полной. Главное, чтобы пар из всех щелей шел, да, Изик? Вот только тогда у нас правильная нагрузка. Ух! Ух, сейчас все это взорвется и улетит в космос, да? What is it? Come up to the observation booth. I'll explain it on the way. The necromorphs are conduits for the marker signals. Well, the researchers built a sensor to track that signal upstream to find the machine. So where's the sensor? Probably destroyed. But I did find the blueprints to make a new one. I think I know where this is going. Да, я вот что-то не уверен, конечно, к чему это приведет. Поднасобирали мы еще всяких няшек. Так, и надо выпустить опять ботов на свободу, чтобы они тут пособирали. Ну-ка, кстати, а если я вытащу бота, что это, что, что, вот я кручусь? Что, давайте я просто поставлю их в одной и той же комнате и посмотрю, что будет. Будут они тут кататься, веселые два друга. А мы тем временем отправимся дальше. Еще один лифтик. И мы у цели. Как бы этот говнюк не оттаял и не поубивал тут нас всех. Over here. This is the blueprint I was telling you about. I don't see any of the parts necessary to make this sensor, but there's another research warehouse at the other end of the camp. Here's a schematic. What do you think? Я думаю, что мне не хочется туда идти. It's like they modified a telemetry spike. I have no idea how it works, but yeah. I think I can build it with the right parts. Where's the other warehouse? I'll put the coordinates in your rig. It is most likely to be locked down tight. Here. I found these research passcodes when we arrived. They got us into this warehouse. Maybe they will work for the other buildings as well. Well, we'll find out. Back soon. Да, действительно. Хорошо бы это работало. Wait
Why are you still here? I'll be fine. Так, куда нам нужно двигаться? К следующему складу. Туда нам нужно двигаться? Так, а это что у нас здесь? Ух ты, это гарпун. А знаете, что это значит? Это значит, что эта дрянь живет. По-любому. Вот смотрите, здесь гарпун и там гарпун. Точно, эта дрянь живет, и мы будем ее кромсать. Да, с нетерпением жду этого момента, да, Айзик? Ты особенно ждешь. Ты тоже, наверное, озадачен. А что здесь делает этот гарпун, да? Так, а там что у нас? Ну, наверное, это какая-то система добивания будет потом. Зафиксировать этого говнюка с двух гарпунов, а потом сюда подойти, надавить, и... Может, так все и будет. Кто знает? Кто знает? Okay, geniuses, here's a question. Let's say the stupid experiment works and you find the machine, then what? You guys even have a clue about turning it off? Well, Admiral Graves referred to a codex. She said it was the key to controlling the machine. Yes. I've been able to decrypt several of Dr. Serrano's logs, and he references someone named Rosetta as being instrumental in forging this key. Are you listening to yourselves? You don't know any more about this bullshit than I do. If I can find the parts to make a sensor, we can find the machine. Then we can figure out this codex business. Unbelievable. Правильно, проблемы нужно решать по мере их поступления. Правильно, Айзик? Правильно. Вот так. Сегодня обелиски, завтра машина. Что вы делаете? О, боже мой, вот психи чертовы. Что? Пока меня тут не было, вы тут на месте бура сделали ритуальное место самоубийства. Вы идиоты, что ли? А припасы у вас есть? Хе-хе-хе-хе-хе. Хоть чем-то вы мне послужите. Психи самоубийцы. Всем гореть вам в аду. Так, ну свечек понаставили. Обалдеть, а? Психи, ну как я еще? Шо, как их еще назвать? Просто ненормальные. Главное, что они тут делали? Может, это голоса в их голове заставили их наделать этих глупостей? Может быть, кто знает. Пока что тихо. Слишком тихо. Подозрительно тихо. И вот та дверь с ключом, которая была закрыта, и теперь она откроется. О да, теперь она откроется. О, да, конечно. Конечно. Мы будем убегать при первых взглядах Айзика на вас, да? Да, конечно. А потом будем вас пугать. Долго-долго пугать. Итак, у нас какое-то текстовое сообщение. Давайте почитаем. Отчет о работах, сержант ПК Ламли, кому? Генерал Махат, а это тот самый говнюк, который убил нашего паренька в начале. Сегодня в первом комплексе произошло серьезное ЧП, в результате схода ледника погибли 23 рабочих, потеряны 2 трактора и 3 недостроенных здания. Первоначальные исследования, согласно предписаниям протокола, проводились с помощью метрических зондов, однако не выявили нестабильных ледяных масс. Потеря оборудования и рабочей силы крайне негативно скажется на графике работы экспедиции. Еще бы. Еще бы она сказалась положительно. Эффективности работы. Ну, надеюсь. Кстати, мы-то знаем, что кодекс уничтожен, а вот Айзик пока еще не в курсе. Так, дорогие друзья, на этом моменте вот тут какие-то у нас следы такие кошмарные, злые. Кто-то там впереди нас ждет. На этом я заканчиваю прохождение данной части. Надеюсь, вам понравилось. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, вступайте в группу ВКонтакте и советуйте друзьям. Всем спасибо. И до следующей миссии.